Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем елочку. Получается красиво. У нас односторонняя бумага здесь. Видно только снизу. Сверху получается все красиво. Давайте начнем. Нам понадобится 7 квадратных листочков. Размер первого листочка у нас 205 мм на 205. Второй листочек у нас 175 на 175. Получается уменьшение на 3 сантиметра идет. 145 на 145. Четвертый листочек 115 на 115 миллиметров. 85 на 85. 55 на 55. 50 на 50 миллиметров. И квадратный для ствола елки. У нас размером 165 мм на 165 мм. Этот угол закладываем на этот угол. Раскрываем. Сделаем то же самое еще разочек. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию закладываем на эту линию. Эту линию закладываем на эту. Берем за два краешка, опускаем вниз. У нас получается обычная стандартная заготовочка. Здесь уголочки подравниваем. Подравниваем. Берем один уголочек и эту линию мы закладываем к центру. И точно так же теперь со всеми остальными. Давайте перевернем для удобства. И теперь вот таким образом пополам. И еще раз эту линию сюда. Эту линию к центру. Отгибаем и возьмем для удобства линеечку. И от этой точки до этого угла загнем уголочек. Отгибаем. Этот треугольничек возвращаем обратно. Эту линию мы закладываем на эту линию. Вот таким образом загибаем, чтобы у нас здесь получилась складочка. Проглаживаем. Вот наша складочка. И то же самое делаем со всеми остальными уголочками. Отгибаем. От этой точки до этой точки. Загибаем. Смотрим, чтобы уголочек у нас по центру был. Загибаем. Вот таким образом. Проглаживаем. Следующий. Теперь немножко посложнее будет. Нам надо будет вот этот уголок заправить вот в этот карманчик, который в начале первые их будет легко заправлять, а потом будет немножко сложнее последние заправлять. Вот так вот мы загибаем.
Первый есть, следующий. Отгибаем его. Загибаем сюда. Есть, подровняли. Следующий. Загибаем. И последний. Сюда вот этот уголочек вставляем, заправляем его. Можно здесь уголочек немножко подкрутить. Вот таким образом, чтобы он скользил чуть-чуть. Ну, вот таким образом вставляем его. У нас получилась такая подставочка. Будем делать самый первый, вот этот самый маленький элемент. Он у нас размером 50 на 50, седьмой по номеру. Этот угол закладываем на этот угол. Раскрываем. Этот уголочек на этот уголочек. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию на эту линию. Эту линию на эту линию. Берем за два краешка, опускаем вниз. У нас получается стандартная заготовочка. Подровняли. Берем один треугольничек и эту линию закладываем к центру. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое, эту линию к центру. Раскрываем посередке. И то же самое теперь, эту линию к центру. Переворачиваем на другую сторону и последний уголочек к центру закладываем. Отгибаем. Ориентируемся от этого уголочка до этого. У нас возьмем с помощью линеечки. Будет линия сгиба. Вот у нас получается в этом месте. Загибаем и следим, чтобы линия была у нас по центру. Подравниваем, если необходимо. Отгибаем, берем один уголочек, с другой стороны один, этот мы закладываем. И теперь вот эту линию мы закладываем на эту линию. Ну, получается здесь точно так же, как на подставке для елочки. Только этот модуль меленький. Вот таким образом мы загнули. Разгибаем, распрямляем и делаем то же самое с другой стороны. Ориентируемся от этой точки до этого угла. С помощью линеечки дадим направление. Проверяем, чтобы было все по центру. Отгибаем обратно, загибаем. Берем один уголочек с одной стороны, один уголок с другой стороны. И загибаем. Раскрываем теперь следующие два уголочка по центру. То
же самое. И последняя сторона у нас осталась. И теперь раскрываем этот уголочек, мы закладываем вот сюда, есть, следующий, точно так же делаем, этот уголочек закладываем вот сюда в карманчик, толкаем и он сам ложится, вот у нас уже два есть заложены, третий точно так же. Уже три есть. И последний теперь точно так же. Но здесь у нас вот этот уголочек нужно будет вставить вот сюда. Для этого мы сначала берем вот этот уголочек, немножко подкрутим его таким образом, чтобы он был кругленький. Чтобы его легче вставлять было. И теперь отгибаем потихонечку. И вставляем. И уголочек у нас туда вошел внутрь, слегка прижали, и у нас такой модуль готов. Берем первый лист, эту линию закладываем на эту линию, раскрываем, поворачиваем, делаем еще раз то же самое. Переворачиваем на другую сторону, этот уголок закладываем на этот уголок. Этот угол закладываем на этот угол. Раскрываем. И все теперь уголочки к центру закладываем. Последний уголок к центру. Раскрываем. Эту линию закладываем на эту линию.
и проглаживаем только до пересечения. Вот наша линия сгиба получилась. Вот. А эту линию мы в другую сторону даем направление. И делаем то же самое с остальными сторонами. Эту линию закладываем на эту линию. Разгибаем. Эту линию делаем наружную. Следующее. И последняя сторона. Закладываем. Эту линию делаем точно так же, наружной. И теперь складываем. Здесь получается обычная такая стандартная заготовочка. И закладываем, толкаем. Линии у нас правильно загнуты, просто толкаем вперед. Уголочек закладываем. Здесь подравниваем хорошо, чтобы лягло все плотненько, не искривилось. И продолжаем точно так же. Две стороны загнуты, еще одну, подравниваем, и осталась последняя сторона. Этот треугольничек нам надо вот сюда вовнутрь заложить, придерживаем и так потихонечку его заводим. А так как линии у нас загнуты правильно, то даже при таком расходе, когда расходится бумага, мы направляем, подталкиваем, и все равно оно ляжет нормально в нужное место. Подравниваем. И вот наш модуль сложился. Наши модули все сложены. И теперь собираем елочку. Собирается легко. Держится, видите, не спадает, все плотненько. И продолжаем дальше, то же самое. Расстояния приблизительно одинаковые. И можно под конец чуть-чуть меньше. Подравниваем елочку, как нам надо размер, чтобы был. Вставляем теперь ствол. Вот такая у нас елочка получилась. Красавица. И можем макушку надеть. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что смотрели. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем подставочку для телефона. Очень легко делается, устойчивая, хорошая. Пирамидка такая треугольная.